Здравствуйте, друзья Шоу Веры. Пусть благословение Господа придет в ваши жизни. Для тех, кто смотрит меня в первый раз, меня зовут Давид Суарес. Я работаю в команде доктора Р.Р. Суареса, который в последние 40 лет рассказывает о любви Господа к людям, о его плане для каждого человека и что возможно сделать, когда вы понимаете этот план. Принимаете слово Господа в своем сердце. Я не говорю о том, что мы будем навязывать новые убеждения, убеждать вас поменять религию. Нет, мы никогда не говорим о религии. Что Господь пообещал людям и чего Он хочет от меня и от вас? Вы скажете, я человек полностью потерянный, я не могу решить свои проблемы ни в моей жизни, ни в моей семье. Я в отчаянии. Или, может, вам не хватает направления. Похоже, у вас нет никаких проблем, но вы не знаете, как выйти из ситуации, в которую вы много раз попадали. Что делать в этом случае? Слушать, что говорит Господь. Слово Божье гласит, что те, кто избраны Богом, смогут достигнуть цели, результата. И этот результат, этот итог их работы, он принесет им плоды и останется неизменным. Есть люди, которым необходимы изменения в их жизнях. Итак, я хочу пригласить всех тех, кто в данный момент смотрит нас, обратить внимание на проповедь этого человека. И Бог достучится до вашего сердца. Позже я хотел бы пригласить вас увидеть свидетельство человека, который был благословлен, чья жизнь изменилась благодаря Слову Божьему. Мы помолимся со всеми теми, кто нуждается в чуде или в решении. И я верю, что Господь творит эти чудеса. И сразу после молитвы и веры мы вернемся сюда в студию во имя Иисуса. Давайте посмотрим Шоу Веры. Совсем скоро я вернусь. И для Иисуса эти прекрасные аплодисменты. Друзья мои, сегодня я хочу поговорить об одном стихе, который часто используется в мире проповедниками веры и чудес, который я тоже использовал десятки раз. Но мы увидим кое-что, что вам необходимо увидеть. Это послание к евреям, глава 13, стих 8. Думаю, многие уже даже выучили этот стих. И те, кто сейчас дома, оставайтесь вместе с нами, так как сегодня произойдет нечто хорошее, что Бог покажет вам, что, я думаю, вам поможет. Здесь, к евреям 13, стих 8 сказано: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Видите, позвольте мне сказать вам, очень скоро мы это изучим очень подробно. Быть в единстве с Богом, Создателем, значит получать вознаграждение. Я не говорю о религиозном опыте той или иной религии, той или иной церкви, созданной тем или иным проповедником. Я говорю о вашей встрече со своим Создателем, тем, кто вас создал, у которого был особый замысел, которого мы не знаем. Иногда мы смотрим и говорим, ну почему Бог создал такого незначительного человека, как я? Не бывает незначительных. Это прекрасно, что Бог любит нас такими, какие мы есть. И Он хочет сделать, чтобы мы поняли, что Он может для нас сделать. Таким образом, мы вырастем и займем положение, которое Он определил для нас, которое отнюдь не низкое. Оно очень значительно, ведь мы Его представители здесь в мире, мы Его послы. Господь Бог ограничен в этом мире нашей манерой верить в Него, тем, как мы Ему служим. И когда мы с вами в единстве, наслаждаясь силой Его Слово, помазанием Святого Духа, откровениями Его сути, это очень отрадно. Господь Бог ценит нас выше, чем остальные творения. Человек – это венец творения рук Господа Бога. И у Него есть одно намерение как в отношении нашего духа, к нашей истинной личности, так и нашей души и нашего тела. Мы никогда не должны призывать никакую духовную силу, так как это убирает из нас намерение Бога. Это выключает. Когда человек открывает истинную личность для любой внешней силы,
а мы нуждаемся лишь в Создателе. Существуют ангелы, существуют также и демоны, существует небесная власть, но наша связь с Богом. Мы с вами – венец творения. Он хочет общаться с нами. Все, что Он просит меня и вас, чтобы мы сделали, сначала Он даст нам. Если Он нас вдохновит проявить любовь, это не потому, что Он тщеславный и нуждается в этом поклонении. Мне нужно, чтобы кто-то на земле меня восхвалял. Ничего подобного. Просто именно таким образом, когда мы открываемся и любим Его, мы растем. Это как питание. Нет, я перестану есть. Я устал жевать каждый день. И за завтраком, и в обед, и во время полдника, и за ужином, во время любого перекуса я воздержусь от еды. Вы просто исчезнете. Вы нуждаетесь в питании. Он дает вам энергию. И есть иногда питание, которое дает противоположную энергию. Что-то в вас происходит не так. Вы должны отказаться от этого продукта и искать другой, который даст хорошую энергию. Итак, Бог, когда спрашивает нас, направляет нас и показывает нам это прекрасное единство, когда мы должны обожать Его, славить Его, воспевать Его, Он говорит, вот таким образом вы будете расти. Это как физическое упражнение. Человек, который не делал физических упражнений, жизнь у него слегка вяла. Кто делает, если пройдет один день, два, постоянно, чувствует там потребность, мне необходимо тренироваться. Есть люди, которые не видят в этом необходимости, но видят, как их суставы костенеют. Умственные упражнения, например, человек, который не читает, не рассуждает, он замыкается. Так что человеку необходимо учиться. Изучать что-то новое нужно всегда заниматься. И когда Бог призывает нас, чтобы мы Его прославляли, обожали Его, чтобы мы освящались, это не потому, что Ему необходимо. Повторяюсь, Он просто хочет, чтобы мы постигали Его еще глубже. Итак, это единство, это все, в чем мы нуждаемся. Например, когда наука и ученые находят зарождающуюся планету, какую-то звезду или галактику, они, бедолаги, настолько обмануты врагом, что первое, что они говорят, что Бога не существует, так как они открывают новые миры. Это более не менее как человек, давайте скажем так, с ограниченным пониманием, чтобы не сказать идиот, увидев, что в семье родился ребенок, значит, Бога не существует, родился еще один ребенок. Нет, это Бог создал этот процесс, когда мужчина и женщина в определенные моменты соединяются, чтобы дать новую жизнь. И закон создания новых небесных светил – то же самое. Нет разницы, но человек настолько захвачен демоном неведения, что он говорит, нет, значит, Бог не существует, так как была открыта новая развивающаяся галактика. Но Бог уже создал эти законы. Это как движение Земли, вращение вокруг оси, вокруг Солнца, дает нам день и ночь, дает нам времена года, освежает нас. Идет дождь, снег, выходит солнце. Нет, это законы. Есть период, когда здесь должно быть много дождей, это время делать посадки, и так продолжается из года в год. Человеку, например, путешествующим самолетом здесь на юго-востоке или на юге, в это время года дождь не помешает. Самолет спокойно скользит, так как погода не очень сурова. Но кто в это время направляется на северо-восток, того изрядно потрясет, и человеку нервно будет совсем не по себе, так как там теперь начался сезон дождей. Итак, все это сделал Бог. Это подтверждение того, что Бог создал, но демон заставляет человека сказать, Бога не существует. Ну как же не существует? Если вы посмотрите на человеческое тело, как оно было сделано, все органы, сосуды, по которым бежит кровь, да и сама кровь, когда она засохнет на одежде, ее не смыть ни водой, ни мылом. Потом пришел ученый, исследователь с микроскопом. Нет, это, но здесь была, может быть, даже согласится, что это была кровь. Но хорошо постирал одежду с мылом и невооруженным взглядом не заметить. Но как Бог создал это столь важное, как наша жизнь? Итак, сколько всего изумительного это. Эта кровь есть в каждой нашей клеточке, она фильтруется, движется, потом попадает в вену, и там дело серьезное, сердце и мышцы, все функционирует, все это доказывает, что существует Создатель. Однако лучше, чтобы этот Создатель был нашим лучшим другом, брат. Создатель хочет общаться с нами. И он все тот же вчера, сегодня и будет вовеки. Он не изменился.
И хотя очень часто мы ступаем на путь невежества, другие на путь греха, он продолжает ждать, что это его создание, созданное по его образу и подобию, он опомнится и решит в один прекрасный миг вернуть единство с ним. Вы ищете развлечений, тех, кто развлекается, кто меняет Бога на славу, кто меняет Бога на деньги, кто меняет Бога на грех, жестоко раскаются на целую вечность. Каким глупцом я был, почему я не познал своего Создателя, почему я не обрел с ним единство, почему я не открылся? А он говорит, Иисус Христос, Создатель всего сущего, как гласит Евангелие от Иоанна, вначале было Слово, и Слово было у Бога, Слово было Бог, оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, и что начало быть? Он был жизнью. Эта сущность неизменна. Он теперь ждет, что тот, кто оступился, тот, кто одержим идеей сделать что-то недостойное, опомнится. Нет, я не буду делать. Я цельный. Я от Бога. Я не хотел бы, чтобы такое сделали со мной. Зачем я буду это делать? Как я не буду чтить чужой дом, если я не хочу, чтобы не чтили мой? Как я возьму вещь, принадлежащую другому, если я не хочу, чтобы забрали мою? Зачем я буду лгать, если я так плохо себя чувствую, когда меня обманывают? Нет, я буду положительным человеком. И человек открывается. Бог, у меня не получается. Я слаб. Я увлекаюсь. Я оступаюсь. Я позволяю себе больше, чем следует. Брат мой, давайте очнемся, давайте посмотрим на то, что Бог сделал. Это подтверждение истины. Это нам объясняет, как делать его дело. И в день, когда вы увидите красивое фото образования новой галактики, Бог, Господь поражает, твой закон остается, как и в день создания. Нет, Бог не существует. Это то же самое, как если человек увидит другого творящего добро и скажет, значит, дьявол не существует. Конечно, дьявол не существует. Пока один человек творит добро, заботу, помогая нуждающимся, есть многие, делающие это, есть и другие, крадущие, обманывающие, делающие другие беззаконие, подтверждая, что дьявол существует. Мы должны очнуться, взять и поверить то, что Бог сказал. Кем он был в прошлом? Всем, чем он был в прошлом, он остается и теперь. Он тот же, не изменился и останется навсегда. Значит, раз он делал добро в прошлом, он сделает и сегодня. Он прощал в прошлом, он простит и сегодня. Сегодня нам пришло время поверить в Бога и очиститься, искать этого святого присутствия и сказать, «Бог, я нуждаюсь в Тебе, мне необходимо Твое Слово, Отец». И единство с тобой – это превыше человеческого понимания. Вы не представляете, насколько вы вырастете на слове, как вы реализуете себя со Словом Божьим, так как Слово – это Бог, и Он нас привлекает. Но человек, не зная, почему отдаляется, отдаляется, забывает о Боге, и что же произойдет? Тьма поглощает такого человека и разрушает. Этот дух разрушения, существующий в мире, делающий дурные вещи, подчиняет многих людей и разрушает. Очень просто отблагодарить Бога, брат мой. Об этом сказано в Слове. Несложно вам исцеляться. Об этом сказано в Слове. Несложно вам процветать. Это есть в Слове. Несложно вам быть хорошим человеком. Когда вы, я уже говорил об этом десятки раз, читаете Библию, слушаете проповедь, то, что вы поняли, это Он. Это голос Бога. Прислушайтесь к этому голосу. Не отключайтесь, Бог вас призывает. Все это часть двери, которая есть Иисус, это дверца, которую Бог открывает, и это для вас. Это путь Бога, который Он открывает для вас. И для каждого из нас не может быть такого, что Бог меня не забудет, мне просто никогда не объясняли, или я был плох и упустил возможность. То, что вы понимаете в Слове, это картина, это откровение для вас. И есть люди, которые продаются. Не это потому, что я из другой религии. Забудьте эти вопросы религии. Это прошлое. Это никогда не работало. Вы должны быть от Слова Божьего, от Бога. Брат мой, дело в следующем. Бог не смотрит на наше несовершенство. Бог смотрит на меня и видит во мне хорошее. В вас то же самое. Вы можете быть сегодня полностью загрязненным. Вы можете пасть ниже некуда. Бог дает вам шанс. Говорит с вами,
Я хочу сделать из тебя благословение. Он знает, что есть достойного в нас, в теле, в душе, в духе. И если мы позволим, он оживит это. И общество будет благословлено через нас. Во-первых, он сказал, не заграждай рта волу молотящему. То есть сначала должен поесть вол. Первое, что он сделает в вас, это чтобы вы реализовались. Это так хорошо быть чистым, так хорошо быть святым, так хорошо быть честным, так хорошо быть от Бога. А потом вы насладитесь остальным. Итак, возьмите это слово Бога. Бог, я хочу тебя познать. Это утренняя воскресная служба, первая служба, которая выйдет в эфир в понедельник. Это служба в посте. Люди, которым нужно решить серьезные проблемы. Только что у меня серьезная проблема. Придите сюда к 7 воскресеньям вместе с нами, но с намерением. Не приходите просто заодно со всеми. Я приду, чтобы встретить своего Создателя. Я хочу встретить Бога. Забудьте обо мне, о других пасторах, о Петре, о Павле, любом другом человеке. Будьте с Иисусом. Нет, мне нужен Иисус. Я хочу найти истину. Я открою себя. Дьявол уже захватил меня, втоптал в грязь, извалял меня, вымазал полностью. Я теперь омоюсь кровью Иисуса, помажусь Святым Духом. Я стану благословением, и Бог даст вам окончательную победу. Он знает, что Он поместил в нас доброго, и Он любит нас такими, какие мы есть. Сохраните это слово. Бог любит вас таким, какой вы есть. Нет, я должен измениться для Бога. Нет, Он любит вас сейчас, Он сам вас изменит. Вы не сможете измениться. Сами не сможете. Человек сделал сосуд, Бог сравнивает себя с гончаром, а сосуд говорит, «Не, это кривоват, я себя исправлю». Не сможете. И не думайте, нет таких возможностей. Это то, что говорит Бог. Он гончар. Если мы позволим, он исправит все, что криво, все, что неверно на его взгляд. Он исправит то, что является нечистым, очистится в его руках. Все, что несовершенно в сердце. Брат мой, он это уберет. И у нас получится во имя Иисуса. Бог поможет нам, он поможет нам реализоваться. Люди, предающиеся извращениям, они теряют уважение к самим себе. Не предавайтесь, вручите себя Создателю. Я начал, сказав, что самое лучшее – это единство с Богом. И единство – это не мистика, это в слове. Вы поняли это слово? Большое спасибо, Господь. У меня есть полное благословение. Невозможно служить Богу из корысти. Нет, я буду служить Богу ради исцеления. Не получится. Совсем скоро закончится запал, и вы перестанете. Я служу Богу, чтобы Он меня обогатил. Это корысть. Я служу Богу, так как хочу быть самым лучшим в мире. Это корысть. Я служу Богу, чтобы Он сделал из меня того, кем Он хочет, чтобы я был. Если Он хочет, чтобы я был тем или иным, пусть сделает так или иначе, Он меня направит. Он теперь мой Господь. Тогда вы себя откроете, вы обретете источник силы, вы найдете поток счастья. Тогда Бог будет вас изменять, изменять, и неожиданно, брат мой, вы поймете, что так просто жить с Богом, так просто выполнять волю Господа, и Бог даст вам эту победу во имя Господа Иисуса. Аминь. Как Он поднял многих людей в прошлом, Он поднимает нас сегодня. Поднимитесь. Бог никогда не приходит нас осудить, Он приходит нас освободить. И Он сказал, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Только в Иисусе человек может реализоваться. Вы видели часть славы Бога, Бог коснулся вашего сердца, не останавливайтесь, продолжайте расти в этой благодати. Вы можете чувствовать себя абсолютным нулем, бесполезно, доктор Суарес, вовсе нет. Бог лишь требует от вас того, что Он дал вам. Он дает вам вот это, и Он будет требовать, чтобы вы приняли, росли и были тем, кем Он хочет, чтобы вы были. Все мы здесь не случайно. У Бога есть план на жизнь каждого из нас, и Он хочет реализоваться в нас. Достаточно слушать, обратить внимание, и Бог сделает дело. Не позволяйте только захватить себя демону нечестности, прелюбодеяния, похоти, обмана, дурных мыслей, бесчестия. Покончите с этим. Скажите, Бог изменил сегодня. Сегодня родился другой человек. Господь коснулся моего сердца.
Это чувство так прекрасно, и Господь изменит меня окончательно. Бог хочет вас изменить и сделает это. Переходим к истории из реальной жизни. В жизни я столкнулся с разными проблемами. Алкоголь, наркотики, даже проституция. Моя жизнь была потеряна. Я зарабатывал много денег, но не знал, как ими распоряжаться. Я разговаривала с ним, и он говорил мне, это только на выходных. Вначале было только на выходных, но с каждым разом все ухудшалось. Он проводил целых 8 дней вне дома. Я одна заботилась о детях. Я следила за их учебой, я следила за всем, потому что это совсем не заботило его. Знаете, я прожил 28 лет моей жизни, и мои дети росли, но я не обращал на них внимания. Мне не удавалось, я не мог бросить все это. Я действительно был как будто в плену. Была я и мои дети. Куда бы он ни шел, мы шли вместе с ним, даже когда он ходил покупать наркотики. Я приходил и избивал мою жену, избивал детей, и принимал наркотики на глазах жены и детей. Я хотела, чтобы он изменился. И вдруг мы начали, не зная абсолютно ничего, мы шли вперед. Куда люди советовали нам, туда мы и шли. Мы искали, обращались к спиритическим услугам, но все лишь ухудшалось. Мы познакомились с женщиной, которая работала в доме сестры. И она молилась за него после ночного похождения. Она рассказала ему о чудесах, которые происходят, и молилась за него. И он плакал, плакал, плакал. И плакал, кажется, от отчаяния. И я стал смотреть шоу «Веры», и доктор Суарес проповедовал слово о свободе, что Иисус может освободить нас. Это написано в Галатам, глава 5, стих 1. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. И я пробудился. После того, как он принял Иисуса искренне, он подошел ко мне и сказал, что принял решение стать совсем другим человеком. И он начал искать, много читал, очень много. И когда объявили о визите доктора Суареса в Манаус, в конференц-центр в 2005-м, мы пошли, мы все вместе пошли, я, моя супруга и мои дети. И после того, как он упомянул о служении спонсорства, моя жена сказала, я возьму бланк, а я сказал, бери, конечно. Когда мы заполнили все документы, отдали бланк, и я начала платить, двери стали открываться перед нами, все стало получаться, знаете, все. Теперь мы достигли того, что у нас есть своя собственность. Раньше такого не было. Сегодня во имя и во славу Господа у меня есть работа. Моя супруга заботится о наших делах. Мой сын стал пастором в одной из церквей благодати Божьей в муниципалитете ТФЭ. У меня есть еще один сын, который работает на фирме. Он тоже благословлен и процветает, так как Господь благословил мою жизнь благодаря тем людям, которые спонсировали и спонсируют. Я тоже решил спонсировать. Теперь он настоящий отец и супруг. Раньше он не был таковым, а теперь изменился. Я теперь новый человек, новое создание. И у меня есть прекрасная семья. Как это прекрасно, друзья! Теперь давайте откроем сердце, пожалуйста. Доктор Суарес, я служу Господу Иисусу уже много лет и верю в чудеса, которые Он может творить. Но я должна признаться в той боли и страданиях, которые мешают моей вере. Моя горячо любимая племянница страдает от почечной недостаточности. Она стоит в очереди на пересадку почки. Видя, как она страдает, мое сердце разрывается. Доктор Суарес, я молюсь день за днем, но моя вера ослабевает. Пожалуйста, я нуждаюсь в словах поддержки. Я хочу знать, как мне помочь ей. Я считаю, что вы не на том концентрируете внимание. Вы смотрите на страдания, а не на Слово Божье. Ваша вера пошатнулась, ваша вера должна была расти, а если будет колебаться, вы не сможете ей помочь.
Мы должны очнуться, друзья, и осмотреться. Мы должны обратиться к слову, чтобы расти. Когда у вас будут силы, всего одно слово, одно обличение, и это зло обратится в бегство. И Бог хочет, чтобы вы победили. Давайте поднимемся, чтобы помолиться, друзья. Во имя Иисуса склоните голову, закройте глаза. Отец, спасибо за сегодняшнее послание. За присутствие, Бог. Это, как сказал Давид, что он предпочел бы быть в доме Господа, чем в любом другом месте мира. Эти люди уйдут со служения с поднятой головой. Отец, с указанием, как разрешить проблему. Но есть люди, которые нуждаются сейчас во вмешательстве, в касании твоих рук. И Господь может сделать это, и Господь сделает. И Бог делает это сейчас. И я говорю всему злу вон из этой жизни во имя Иисуса. Возвращаемся в нашу студию. Я уверен, что эта молитва помогла вам, подарила спокойствие и дала понимание того, как выйти из определенных ситуаций. Теперь необходимо воплотить в жизнь все то, что вы почувствовали от Господа. А как, Давид Суарес? Господь посылает нам Слово Свое, как сказано в Священных Писаниях. Если вы человек, который говорит: «Я начинаю чувствовать себя хорошо, но я не знаю, как выйти из этой ситуации. Мне необходимо направление от Бога. Вы можете мне помочь?» Мы всегда рады помочь. Вы можете отправить нам электронное письмо, мы всегда готовы ответить. Или вы можете позвонить нам. Возьмите телефон и позвоните нам в наш офис. Мы всегда рады вам поговорить с вами и помочь вам в молитве. И я верю, что тот Бог, который помогал в прошлом, продолжает помогать и сейчас. Может быть, вы тот, кто слушает меня и говорит: «Мне понравилось, что я услышал. Я чувствую, что хочу помочь этой программе выходить в свет. Нам необходима ваша помощь». Если Господь вложил это в ваше сердце, это потому, что Он призывает вас стать спонсором этого проекта. Если вы тот человек, кто почувствовал это, я бы хотел пригласить вас связаться с нами либо по телефону, либо по имейлу. Мы всегда рады вам, и более того, мы будем молиться за вас. Свяжитесь с нами, и, может, Господь приготовил вам большее, хорошо? Итак, я хочу передать мои лучшие пожелания братьям и сестрам. Я верю в чудеса Божьи. Я верю, что все то, что Бог начинает, Он завершает. Во имя Иисуса. Пусть мир и спокойствие пребудут с вами. Живите с миром и до скорого. Во имя Иисуса.